Алексеев Марат Александрович. Если еще что сказать, тоже можешь сказать. Мне кажется, потом будешь что сказать. Сейчас. Мысли в голове. Так, мы рыбкой прыгаем? Да, рыбкой прыгаем. На камеру бери в две руки. Трос не надо держать? Нет, ты камеру будешь двумя руками держать. Веревку я подушу. С веревкой в руках, наверное, поспокойнее было бы. Страшно? Это нормально. Так, бери камеру, подходи к краю. Сначала подходи к краю. Бери камеру. Может, лучше с веревкой все-таки? Ну, это у тебя такая рыбка получится. Да стрёмно просто, стрёмно. Передумывай, да. Ну все, что, давай. Бери камеру. Ну да, здесь тоже все по-другому. Вот. Здесь уже страшно, конечно. Руки, наверное, в сторону. Один, прыжок! Прыжок! Твою ж мать! Так, готовься скоро вставать на ноги. Не поймаешь, еще ходит. Опа! Оп! Поймал. Стой, 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 стой. Так, вот сейчас. Майно, майно, да. Майно, майно. Ты пока еще легкий. Теперь вставай. А теперь рассказывай, как ощущения? Там страшно. В полете уже страха нет, просто крики, там эмоции и все, больше ничего нет. Ну и когда рывок, страшно становится, конечно. Что, все порвется и разобьешься? Без веревки в руке страшно было прыгать. Ага. Все равно оно моральную поддержку какую-то оказывает, когда в руке думаешь, может, если порвется, успеешь зацепиться, удержать ее. Нет, оно не порвется.